осыны өзіме тапсырыс бердім. Оны алғаннан кейін неліктен басқа адамдар осы сағаттарды алмасқа деген ой келді. Эко өнімді адамдар барынша көбірек қолданатын мен іштей сездім. Білдім, және ол солай болып келе жатыр. Табиғатты аялау, денсаулық сақтау, барынша эко жүйені бұзбау – бұл жаңа заман талабы. Уақыт ұлысыншы, болашаққа үмітім зор. Адамдардың өзінің ішінде арманы болады, сенімі болады, сол сенімді үнді тыңдай білу керек. Ештеңе оңайлықпен келмейді. Біраз уақыт қаражат сарп етіп, қара терге түсуге тура келді. Есесіне бұл іс маған да өзгелерге де ризығын тигізуде. Жасыратын несі бар? Біраз жағдайымды бір қалыпқа келтіріп алдым. Кәсіпкерлік өмір деген қиындықтардан тұрады. Қиындықтардан қорықпай өте білу керек. Үздіксіз даму, талмай еңбек ету арқылы талай асуларды бағындыратыныма сенімдімін. Мақсат айқын, арман асқақ, ал еңбек бәрін де жеңбек. Полдень в столице. В эфире новости. В студии работает Тимур Сапаров. Добрый день. Стали известны подробности задержания экс-главы Нацпалаты Атамикен. По информации Антикора, Аблай Мирзахметов находится в изоляторе временного содержания Департамента полиции Астаны. Его подозревают в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он требовал взятку за содействие в освобождении от уголовной ответственности одного из родственников бизнесмена. В Антикоре напомнили, что в соответствии с Конституцией и Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан в отношении подозреваемого действует презумпция невиновности, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Проверяется его причастность к совершению других преступлений. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Более 130 фактов нарушения трудового законодательства выявили в Узенмунайгазе и подрядных организациях компании. При проверке специальная рабочая группа установила случай приема на работу сотрудников по поддельным дипломам. Материалы направили в прокуратуру города, сообщили в пресс-службе Казмунайгаза. В нацкомпании добавили, в рамках расследования также выявили, что из принятых 238 человек около 50 работников трудоустроены не по профессии. Стало известно и о фактах недоработок по путевым листам в транспортных структурах. Подразделениях. Сейчас к рабочей группе в Жаноузене примкнули эксперты в области промышленной безопасности, экологии и санврачи. Они уже проанализировали более 2000 обращений. Напомню, рабочая комиссия из числа сотрудников нацкомпании «Казмунайгаз» несколько недель разбирается в ситуации на месте. Представители посещают нефтяные скважины, цеха и беседуют с сотрудниками. По итогам работы необходимо сформировать план действий по решению всех существующих вопросов. В городе Риддере на востоке Казахстана жители больше 70 домов опасаются за состояние своего жилья. Деревянные постройки барачного типа и частично разрушенные кирпичные давно не соответствуют стандартам. Но аварийными признаны всего несколько из них. Подробности у Анель Есенбердиной. Жительница Риддера Вера Лямкина получила здесь квартиру больше полувека назад. Уже тогда бараки 1940-х годов качеством не отличались. Но для временного жилья высоких требований не полагалось. Только вот никто не думал, что даже старость бабушке Вере придется встречать здесь, в сырости и холоде. Стены все труха трухой, досточки отпадывают. Пойдешь, заколочу, маленько заколочу. Где отпадет досточка, руку просуну, он пустой. Одни эти досточки. Земля вся по выпасам, он термолитовый. Неудивительно, что в доме без утепления полы прогнили, покосились. То же самое у соседки Риммы Маратовны. Живет она в крошечной квартире и даже ее обогреть не может. Заходишь и сразу попадаешь в кухню-прихожка. Ну вот вешалка, вешаю одежду, вот обогреватель постоянно. Но проблема не только в этом. В бараках нет никаких удобств, а о горячей воде здесь даже не мечтают. Туалет у вас? Отдельно. Туалет общий. Нету дома. В квартире да. Туалета да. Нету? Нету. Ни ванны нету. Ну, я хожу в баню. Вот, а хожу в баню как? Тоже от пенсии до пенсии. Баня стоит
1500 накладно каждую субботу ходить. Вот так и терплю. В Акимате же предложить жителям бараков нечего. Их дома даже не признаны аварийными. Просто чтобы добиться этого, люди сами должны вызывать комиссии и оплачивать их работу. Это около 200 тысяч тенге. Но откуда такие средства у пенсионеров? Впрочем, статус аварийности все равно ничего не решает. В этом доме сколько сейчас живет людей? Сейчас я одни проживаю. Одна ваша квартира. Семья только осталась, да? Наша семья. А вы почему не уедете? Куда? Мы 2 года назад снимали семью Александра Голомидова, которая живет в полуразрушенном доме и опасается выпускать ребенка на улицу. А они в списках на жилье стоят под номером 1 среди 1500 человек. Но даже за это время, говорят люди, ничего не изменилось. Есть программа реновации, но в данном случае в городе Риддер строительство многоэтажных домов приостановлено в связи с тем, что по посланию президента арендное жилье больше пока не строится. Речь идет об арендном жилье. Программа завершилась, только квартиры люди так и не получили. Хоть бы в это под старость лет пожить бы хоть в тепле, да хоть бы в это, хоть бы какую-нибудь маленькую бы комнатушку дали. И решение может быть только одно. Региону срочно нужна собственная программа реновации, считают эксперты. Анна Лисенберг, Нажир Бабаканов, Восточно-Казахстанская область, Хабар 24. В столицу стартовал 11-й форум машиностроителей Казахстана. Его девиз – машиностроение, драйверы развития новых технологий и инноваций. В рамках форума проходит международная специализированная выставка. Сейчас там находится моя коллега Анель Едельхаза. Она готова присоединиться к эфиру. Анель, добрый день. Расскажи, что уже успели участники форума обсудить. Добрый день, Тимур. Да, в столице стартовал форум машиностроителей Казахстана. Сейчас проходят панельные дискуссии участников. Утром уже состоялось пленарное заседание форума на повестке развития малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций, а также модернизация предприятий. На заседании выступил премьер-министр Алихан Смаилов. Он отметил, что государство окажет необходимую поддержку и помощь МСБ. В том числе это кредиты для бизнеса и обеспечение доступа к отечественному сырью для переработки. Мы успели поговорить с исполнительным директором Союза машиностроителей Казахстана. Давайте послушаем интервью. Машиностроение – это основная цель его выпуск средств производства. Как вы знаете, у нас в Казахстане развита добыча нефти и твердых полезных ископаемых. Для них требуется много средств производства. И это с приходом освоения новых месторождений нефти в Казахстане больше 50 предприятий созданы, и они сегодняшний день успешно работают. Наша цель форума, чтобы машиностроение стремился к освоению новых технологий на модернизацию. Хочу отметить, что Союз машиностроителей работает в Казахстане почти 20 лет. Он объединяет почти порядка 700 предприятий. Представительства есть во всех регионах страны. Теперь возвращаясь к форуму, завтра пройдут 12 секционных заседаний по отраслям. По итогам форума правительству будут направлены рекомендации. Также сейчас в выставочном центре Экспо проходит выставка. Международная выставка. У меня на этом все. Тимур, передаю слово вам. Анель, спасибо. Надеюсь, на полях форума удастся найти что-то интересное, добыть информацию, либо поговорить с интересным спикером, который расскажет новости. Спасибо. 12 тысяч экспертов и бизнесменов из 170 стран мира встретились в Абу-Даби, чтобы обсудить новые возможности для расширения мировой экономики с помощью взаимных инвестиций. Столь важные глобальные вопросы поднимались на полях 12-го ежегодного инвестиционного форума в Арабских Эмиратах. Как изменилась инвестиционная политика за последние годы, в следующем материале.
ОАЭ – одна из богатейших стран мира, чей успех во многом основывается на добыче и продаже углеводородов. Однако власти страны и бизнесмены понимают, что эра нефтедолларов закончится в ближайшем будущем. А значит, уже сегодня экономику необходимо перестраивать на другие рельсы. На полях инвестиционного форума в Абу-Даби собрались тысячи инвесторов, бизнесменов, представителей глобального рынка. Они отметили важность инвестиций в технологии, туризм, гостеприимство, а также образование. Три дня, 600 спикеров, 100 диалогов в рамках форума. В эти дни были высказаны различные идеи, состоялся обмен опытом. Мы хотим расширить возможности частного сектора и сделать торговый обмен еще проще. Поэтому мы собрались вместе, чтобы найти инновационные решения. По словам участников форума, эпоха глобализации меняет и философию инвестирования. Именно поэтому темой встречи стала смена инвестиционной парадигмы. Иными словами, помимо прибыли, инвесторы уделяют большое внимание общественной значимости проектов. Парадигма «бизнес ради прибыли» больше не является сутью подобных международных встреч. Мы видим, что принципы игроков этого рынка смещаются в сторону концепции быть полезными, а не прибыльными. Инвестиционный рынок претерпел изменения за последние несколько лет. По словам организаторов форума, усилия Эмиратов по диверсификации дают свои плоды. Несырьевой сектор экономики страны ежегодно дает прирост более чем на 10%. Арабские Эмираты активно сотрудничают с нашей страной. С момента обретения независимости ОАЭ влили в экономику Казахстана более 3 миллиардов долларов. Сейчас средства арабских бизнесменов реализуются в 10 крупных инвестпроектах. Даурен Исагулов, Бибигуль Насанбаева, Хабар 24. Венгрия и Сербия договорились о строительстве нового нефтепровода. Он будет проходить между венгерским городом Альдио и сербским Нови Садом. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сиярто на конференции в Белграде. Протяженность нефтепровода составит 128 километров. По нему российская нефть будет поступать сербским потребителям транзитом через Венгрию. По словам венгерского министра, соглашение подпишут на заседании правительства 20 июня. Во Франции усилят налоговый контроль. В стране будет впервые создана служба фискальной разведки. Под ее прицел попадут международные корпорации, а также самые большие капиталы страны. Власти обещают увеличить число проверок крупного бизнеса на 25%. По данным профсоюза финансистов, объемы сокрытых налогов и незадекларированной работы оцениваются от 80 до 100 миллиардов евро в год. В правительстве хотят привлечь и авиакомпании, чтобы вычислять тех, кто проводит во Франции достаточно времени, чтобы стать налоговым резидентам. В числе предложений по усилению мер есть даже временное лишение избирательного права для провинившихся в сокрытии налогов. Между тем, вы знаете, что мы усилим наши средства для отслеживания налогового мошенничества благодаря увеличению числа налоговых инспекторов на 1,5 единицы. Мы также будем иметь в распоряжении современные средства для отслеживания передвижения людей, которые официально не живут во Франции постоянно, чтобы проверить, так ли это. Германия выделит 1 миллиард евро для беженцев в 2023 году. Об этом говорится в резолюции по вопросам беженцев между федеральным правительством и землями. Деньги будут использоваться на покрытие расходов на беженцев, прибывших в основном из Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Ранее Берлин предоставил земельным властям на эти цели больше 2,5 миллиардов евро. В общей сложности расходы на беженцев, включая тех, кто прибыл в ФРГ из Украины, должны составить 16 миллиардов евро. По словам Шольца, Германия зарегистрировала около 1 миллиона украинских беженцев с начала прошлого года. За первые 4 месяца 2023-го агентство Германии по миграции и беженцам зарегистрировало 100 тысяч заявок на предоставление убежища. Это почти на 80% больше, чем в 2022 году. Наше сегодняшнее соглашение заключается в том, что правительство мобилизует дополнительно 1 миллиард евро сверх общих средств, которые оно предоставляет. Это делается для оцифровки миграционных служб и для лучшей поддержки муниципалитетов в их сложной и комплексной задаче. Возмущенные итальянцы вышли на улицы Рима, а протестующие собрались перед зданием мэрии и выступили против ограничений, касающихся машин.
Местные власти намерены ввести запрет на использование дизельных автомобилей, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды. Ограничения должны вступить в силу уже этой осенью, но автовладельцы требуют постепенного перехода, а также улучшения системы общественного транспорта. В Риме и Милане ежегодно превышаются предельно допустимые уровни содержания твердых частиц и диоксида азота. В столице Италии система общественного транспорта отстает от многих европейских городов. Три линии метро обслуживают лишь малую часть жителей Рима, поэтому столичные жители сильно зависят от личных автомобилей. Это, в свою очередь, способствует образованию сильных пробок в городе. В Испании из-за засухи планируют запретить наполнять бассейны водой в частных домах. Таким образом, испанцев хотят призвать экономить воду. Сообщается, что первым регионом, которого коснется новый запрет, может стать муниципалитет Вакарисес. Там расположено большое количество домов с садами и бассейнами. Новое правило не распространяется на общественные бассейны, а также отели. Ранее метеорологи в Испании зафиксировали рекордную для апреля жару. Столбик термометра поднялся почти до 39 градусов Цельсия. Жара до 37 градусов, дожди с грозой, усиление ветра и туман ожидают сегодня жители разных регионов Казахстана. Дожди синоптики прогнозируют в основном на западе страны. В восточных регионах, напротив, преимущественно без осадков. В столицу сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура днем до 26 градусов тепла, на севере также небольшой дождь и гроза. Там порывы ветра местами могут достигать 20 метров в секунду. По данным синоптиков, сегодня на юге страны столбики термометров поднимутся до 37 градусов тепла. Туман ожидается на западе и севере республики. Количество ДТП с участием домашних животных увеличилось в Актюбинской области. Только с начала года из-за оставленных без присмотра коров и лошадей в регионе произошло 14 аварий. Обеспокоенные ситуации специалисты усиливают меры профилактики. Прошлой зимой супруги Ножниковы возвращались на машине домой в село Петропавловка, как вдруг на дорогу внезапно выскочила лошадь. От сильного удара автомобиль выбросила в кювет. Это, собственно, все, что от него осталось. Люди чудом не пострадали. Владелец лошади объявился сразу, но позже отказался от своих слов. Ножниковым пришлось обратиться в суд. Долгое время он отпирался, подал в суд, что лошадь не моя, меня оговорили. Вот сегодня процесс закончился и установили, что он хозяином является. Дальше будем подавать теперь на этот материальный, потому что машиной мы владели всего лишь 45 дней. Мы купили ее перед Новым годом. Она как консервная банка выглядит вообще. Если смотреть спереди, то даже марку машины невозможно понять. В случае, когда установить хозяев оставленного без присмотра скота удается с трудом, единичные, рассказывают полицейские. В основном их находят сразу. Благодаря биркам с идентификационным номером, опросам соседей или же по заявлениям о пропаже домашних животных от самих владельцев. До выяснения всех обстоятельств беспризорный скот находится в пунктах временного содержания. Они имеются во всех районах области. С начала года в такие загоны были помещены порядка 2000 голов. По городскому отделу полиции номер 4 с начала года привлечено 20 граждан по статье 408 Административного кодекса Республики Казахстан. Это безнадзорный, беспризорный выпас скота, где не осуществляется выпас непосредственно как владельцем, так и пастухом. Зафиксировано 3 факта ДТП. Все факты вообще происходят в основном это в ночное время суток. Сам скот темный, каких-то там светоотражающих чего-то не имеет, чтобы определить его. Для этого у нас по северному обходу мы также в целях профилактики размещаем специальные стенды в виде скота, там надписи предупреждающие. С участием животных с начала года в регионе уже произошло 14 дорожно-транспортных происшествий. Водители и пассажиры авто отделались ушибами. Саму технику придется восстанавливать. В прошлом году было зарегистрировано 7 ДТП с участием домашнего скота, в которых 8 человек пострадали, трое погибли. С начала этого года таких аварий было 14. Но, к счастью, летальных исходов и серьезных травм нет. Владельцы оштрафованы на 10 месячных расчетных показателей за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных. В отдельных случаях с них взыскан материальный ущерб за повреждение авто.
Как только начался сезон выпаса скота, владельцев вновь призвали не оставлять домашних животных без присмотра. Обязательно наличие пастуха. Кроме того, на коров и лошадей нужно надеть специальные светоотражающие ленты. Они сделают их более заметными на расстоянии даже ночью. Одними из первых рекомендаций специалистов поддержали фермеры, чьи пастбища расположены вблизи больших трасс. Я лично с радостью готов поддержать такие акции. Сразу закупил ленты и приступил к процессу. Конечно, скот без присмотра оставлять не собираюсь. Но мало ли что может произойти. Тем более, что хозяйство находится всего в 2 километрах от республиканской трассы Самара-Шымкент. Надеюсь, с помощью такого метода полицейским удастся предотвратить множество несчастных случаев на дороге. Животноводством в регионе занимаются порядка 8 тысяч крестьянских хозяйств, в которых содержится 2500 голов лошадей, крупного рогатого скота и еще больше. Рекомендации по обеспечению животных специальными лентами получают все без исключения, даже если фермы расположены вдали от трасс. Обеспечить скот светоотражающими лентами готовы руководители всех 300 крестьянских хозяйств, расположенных вдоль больших трасс. Они в основном находятся в Хромтауском, Темирском и Байганинском районах. Работу планируют завершить в течение 2-3 месяцев. Айсулу Махмутова, Булат Молдагалиев, Актюбинская область, Хабар 24. Катастрофическая нехватка велодорожек в столицу. С 2016 года построили всего 94 километра. Хотя еще 6 лет назад в Акимате утвердили проект, по которому в мегаполисе должны были построить 1700 километров. То есть оборудовать безопасными велодорожками должны были почти весь город. Получается, что 90% планов таки остались на бумаге. Когда для любителей двухколесного транспорта построят необходимую инфраструктуру, выясняла Анна Едельказа. Тротуар или проезжая часть. Каждое утро добраться до работы для жительницы столицы Сандугаш-Байгуаныш – настоящий квест. 3 года назад, говорит, решила вести здоровый образ жизни и пересела на велосипед. Однако не учла, что в столице для любителей двухколесного транспорта нет никаких условий, а точнее отсутствует необходимая инфраструктура. У нас, конечно, есть в городе велодорожки, но по факту они просто имеют название велодорожек. По сути, это просто полоса, выделенная краской на брусчатке. На брусчатке и так тяжело ездить, так еще и состояние как бы оставляет желать лучшего. Я начала ездить с марта, и в этом сезоне я 2 раза отвозила свой велосипед в сервис-центр. Приходится часто ездить вдоль дороги. Конечно, это опасно. Решить проблему в Акимате обещают каждый год, но инфраструктурные проекты утверждают на бумаге, и на этом, собственно, все. К примеру, еще в 2022-м чиновники уверяли, за год построят 123 километра. Дело таки не довели до конца, а точнее даже и не начали. Списали все на отсутствие денег. Тот проект, который утвердили в прошлом году, мы планируем реализовать в этом. Конечно, если выделят деньги из бюджета. Точную сумму назвать не могу, во сколько обходится 1 километр, тоже не знаю. За качество велодорожек, которые уже есть в столице, также ничего сказать не могу. Да, они все разные. А все потому, что их ранее строили районные акиматы, а также другие управления. Только в 2020 году все велодорожки передали нам. Велодорожки в столице абсолютно не похожи друг на друга. Они разного цвета, ширины, разметку наносят тоже как попало. А все потому, что в стране нет единого стандарта. Эксперты говорят, прежде чем строить новые, надо довести до ума те, которые уже есть. Все строят как хотят, есть стандарты. Есть стандарты, которым они как бы следуют. Но они недостаточно покрывают все детали такого плана, как какого цвета должна быть велодорожка, например. Есть стандарты, говорящие о том, что велодорожка должна быть минимум 1,5 метра, должна быть асфальтобетонного покрытия, но есть определенные мелкие нюансы, допустим, должна ли быть велопарковка, должна ли быть урна, там, какого размера и прочее, прочее. Вот, к сожалению, такого пока что нету стандарта. Это уникальная прозрачная велодорожка. Местные жители называют ее невидимкой. Ее построили на одной из центральных улиц столицы. Ну как построили? Попросту нанесли разметку на уже имеющемся тротуаре. Ездить по ней очень сложно и неудобно.
Ну а в Акимате тем временем утвердили очередной проект, согласно которому в городе должны построить 87 километров велосипедных дорожек. Сейчас, говорят, ждут финансирования. Стало быть, сроки реализации пока не разглашают. Анель Еделькозы, Рустамбек Усманов, Ахылбек Исимзиетов и Наурызбай Курмангазы, Хабар 24. Спортивных журналистов со всего мира пригласили на игры кочевников в Казахстан. Презентация соревнований прошла в Сеуле на Всемирном и Азиатском конгрессах спортивной прессы. В них приняли участие 200 делегатов из 80 стран. На форуме организовали фото-выставку «Народная дипломатия Казахстана» и показали одежду казахстанских спортивных команд. Пятые Всемирные игры кочевников пройдут в Астане в сентябре 2024 года. Ожидается, что в них примут участие спортсмены из 26 стран. Соревнования пройдут по 20 видам спорта, таким как кокпар, байга и тогыз-кумалак. К играм кочевников большой интерес есть. Сейчас на заседании Азиатского союза спортивной прессы ставится вопрос об проведении специального, может быть, выездного заседания Азиатского союза спортивной прессы. В следующем году, это Олимпийский год будет, именно в Алматы. Я был несколько лет назад в Казахстане, делал сюжеты о международных соревнованиях по хоккею и почувствовал, насколько казахстанцы любят спорт. Я думаю, что игры кочевников очень увлекательные. Особенно экзотический вид спорта – это соревнования на лошадях. Спортивные журналисты очень заинтересованы. Я думаю, это хорошая возможность рассказать зрителям о традиционных играх кочевников. К этой минуте это все новости. Оставайтесь с нами. До встречи.